Книга «Открытым оком», том 3, тема «Природа», вопрос 1052. Что первично, звук или свет? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если брать молнию и учитывать, что скорость света тысячекратно больше скорости звука, то раньше появляется свет. Если брать в космическом, божественном плане творения, то сначала появляется звук, а потом свет. Вначале Бог сказал слово, и как отклик на эти слова – является свет. Бытие 1.3. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. В синем небе плывут над полями облака золотыми краями, чуть заметен над лесом туман, теплый вечер прозрачно румян, вот уж веет прохладой ночною. Грезит колос над узкой межою, месяц огненным шаром встает, красным заревом лес обдает, кротко звезд золотое сияние, в чистом поле покоя и молчания. Точно в храме стою я в тиши и в восторге молюсь от души. 1856 год. Иван Савич Никитин.